С января по май российские участники биржевых торгов увеличили сумму сделок в 4,5 раза. Основным драйвером рекордного роста стала молочная продукция. В разрезе регионов в пятерку лидеров универсальной товарной биржи по сумме контрактов вошли Московская, Ленинградская, Смоленская и Ярославская области. И впервые Республика Татарстан. К слову, топовые позиции в структуре сделок у продукции сельского хозяйства. Его доля составляет 74%, а в денежном выражении это 259 миллионов долларов. К слову, Белорусская национальная биотехнологическая корпорация за 5 месяцев почти в 3 раза нарастила сумму биржевых сделок. В том числе экспорт вырос в 15 раз по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.